Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Уже на этой неделе тысячи мальчишек и девчонок вновь сядут за парты и продолжат постигать азы науки. По традиции, в преддверии 1 сентября наш медиахолдинг вместе с партнерами спешит поздравить тверских ребят с Днем знаний. Наш сегодняшний герой – ученик Калталовской средней школы Виталий Кравчук. Вот туда я прибежал, в траве там плавало маленькое тело. Виталий Кравчук вспоминает события, которые произошли 9 июня прошлого года. Это был обычный летний день. Было жарко, и местные ребята проводили каникулярное время у пожарного водоема. Купались, ныряли в воду вот с этой плиты. Однако в какой-то момент Виталий и его мама Таисия, находившиеся в это время дома неподалеку, услышали крик Даниила, младшего ребенка. Мама говорит, Юсуф утонул. Говорю, как утонул? Говорю, он поднял ручки вверх, говорит, вот так, и ушел, говорит, под воду. На помощь тонущему мальчику бросилась вся семья. Виталий, не раздумывая, прыгнул в воду. Счет шел буквально на секунды, потому действовать нужно было быстро. Через мгновение Виталий уже передал утопавшего своей матери, ждавшей на берегу. Все признаки жизни у него отсутствовали. Губки уже посинели, и тело было уже такое холодное, бледное. В этот момент к месту происшествия прибежала мама пострадавшего. Взрослые начали оказывать первую помощь ребенку. По счастливой случайности мимо проезжала скорая помощь. Мальчика удалось спасти. Поступок Виталия можно назвать героическим, однако сам мальчик против таких громких слов в свой адрес. Не считаю себя героем. Тем не менее, за свои действия Виталий в прошлом году был награжден наградой Следственного управления Следственного комитета по Тверской области. А совсем недавно юноша был удостоен медали президента России за спасение погибавших. Высокую награду Виталий получил из рук губернатора Игоря Рудени. Подарки и поздравления в преддверии нового учебного года Виталий Кравчук и его семья получили и от партнеров медиахолдинга «Тверской проспект». От нашей медиагруппы и от наших друзей компании «Секретарь Скрепкин» дарим вам вот такой замечательный рюкзак, который вы будете приносить в хорошие оценки. Спасибо. Магазин «Секретарь Скрепкин» является крупнейшим специализированным магазином канцелярских и пишущих принадлежностей в городе Тверь. Здесь вы можете не просто приобрести необходимые канцелярские принадлежности, но и узнать исчерпывающую информацию о последних тенденциях в канцелярском мире. Еще один подарок для ребят подготовил учебный комбинат на Дурмановском. Вот такой классный набор школьника достается Дане, нашему уже, можно сказать, четырехкласснику. Держи, пожалуйста. Ну и, конечно, хорошо учись. Спасибо. Учебный комбинат на Дурмановском оказывает широкий спектр образовательных услуг. Здесь вы можете пройти обучение на любую категорию транспортного средства. Как вы знаете сами, все позже вы будете с бородой, как я, и с усами. И компания «Борис Бритва» дарит вам вот такой классный подарочный сертификат для того, чтобы вам сделать прекрасные прически. Насладитесь комфортом и высоким уровнем качества в барбершопе «Борис Бритва». В заведении можно не просто красиво подстричься, но и получить хорошее обслуживание. Это настоящая мужская территория, где вам приятно будет провести досуг. От медиахолдинга «Тверской проспект» мы приглашаем и вас, и вашу маму к нам в нашу классную площадку под названием «Панорама». Обязательно приходите и посмотрите эти классные фильмы. Вручаем маме. Кинотеатр «Панорама» дает возможность насладиться лучшими фильмами в самом большом кинозале города с профессиональным звуком, удобными креслами и приятной атмосферой. Находится кинотеатр в самом высоком здании города, бизнес-центре Тверь на Смоленском, 29. Уверен, что держать такое большое хозяйство – это нелегко. И от нашей компании «ЗАО «Калининская» мы дарим вам вкуснейшее молоко, вкуснейшие продукты, которые будут обязательным приятным дополнением к вашему такому праздничному столу перед Днем знаний. Спасибо. И перед новым учебным годом. Спасибо большое. Сегодня ЗАО «Калининская» создает широкий ассортимент товаров, которые можно найти на полках тверских магазинов. Вся продукция ЗАО «Калининская» – это экологично, натурально, а главное – вкусно. Медиахолдинг «Тверской проспект» присоединяется к поздравлениям своих партнеров. Мы желаем Виталию успешно провести учебный год, достойно закончить 11 класс и поступить в то высшее учебное заведение, которое он выберет.